Всем привет, с вами Лана и Катя, а также вы смотрите очередной обзор техники от компании Ало. И сегодня у нас в руках настоящий монстр Fujifilm FinePix IHS50EXR. Позволим себе вольность и начнем знакомство с фотоаппаратом с его физических параметров. Вес камеры 758 грамм, и это без карты памяти и аккумулятора. Ширина 134,9, высота 101,3 и глубина от 145,9 мм. А используя зум на полную катушку, этот показатель увеличивается почти вдвое. Да-да, перед нами новейший представитель цифровых фотоаппаратов класса ультразум. Нет-нет, перед нами представитель нового класса цифровых фотокамер супер-мега-крутой ультразум с 42-кратным оптическим увеличением. И 84-цифровым. Ну, а что касается внешнего вида? Лан, ты думаешь, после того, как мы рассказали об его оптике, нас еще кто-то слушает? Да все уже давно оформляют заказы. Но все-таки рассказать надо, вдруг у кого-то остались сомнения. Этот фотоаппарат относится к классу псевдозеркалок, то есть, имея внешнее сходство с ними, он обладает такими же функциями и задачами, как и зеркалки. За исключением только одного. Изображение на видоискатель передается не через систему зеркал, а в электронном виде. В остальном же данная модель может легко вступить в схватку со многими профессиональными фотоаппаратами. К примеру, разъем башмак позволяет установить не только внешнюю вспышку, но и стереомикрофон для съемки. 3-дюймовый ЖК-TFT-экран, кроме разрешения в 920 тысяч пикселей, поворачивается по двум осям, что дает большую свободу в выборе ракурса съемки. Видоискатель оснащен датчиком приближения, и как только вы захотите им воспользоваться, дисплей гаснет автоматически. По эргономике, даже невзирая на существенную массу камеры, тут все отлично. Нагрузка равномерно распределяется на кисть руки, и никаких неудобств вы испытывать не будете. FinePix HS50EXR оснащен объективом 40-кратным ручным оптическим зумом Fujinon с фокусным расстоянием от 24 до 1000 мм и состоит, на секундочку, из 17 элементов, 15 из которых обладают специальным покрытием Super EBC, который позволит избежать побочных бликов на изображении. Диафрагментарное число от f на 2,8 до f на 5,6. Плюс отлично реализованная система стабилизации, даже при максимальном зуме получается делать снимки отличного качества. В режиме Super Macro объекты фокусируются на расстоянии 1 сантиметр. Камера оснащена новейшей 16-мегапиксельной матрицей EX-Arc MOS 2. Скорость автофокусировки достигает рекордных 0,05 секунд. Ну а процессор EX-R2 по сравнению со своими предшественниками дает удвоенное быстродействие. Что касается видео, то тут Full HD 1920 на 1080 с частотой в 60 кадров в секунду. Причем его продолжительность ограничена только объемом карты памяти и зарядом аккумулятора. Меню отлично сконструировано и имеет приятный и интуитивный интерфейс. Присутствует несколько различных художественных эффектов, среди которых наш любимый миниатюра, добавляющий размытости в верхней и нижней части снимка, что позволяет добиться весьма любопытного результата. И, естественно, в наличии поддержка формата RAW, что всегда позволяет подкорректировать ваши снимки на компьютере, если вы вдруг допустили ошибку. Какие же выводы можно сделать по поводу данного фотоаппарата? Вывод только один, нужно брать. Что, просто пойти и купить? У него нет никаких недостатков? Ну, один недостаток все-таки есть. При установке на штатив перекрывается отсек для аккумулятора. Не смешите мои подковы! С вами была Катя, Лана и обзор фотоаппарата Fuji FinePix IHS50EXR от компании Ало. Подписывайтесь на наш канал и радуйте нас своими лайками. Пока!